День Победы 9 мая около 2000 жителей Чадерлунги, представители учреждений образования, организации приняли участие в праздничном параде и торжественном митинге в городском парке Победы. Мы были воспитаны на этом празднике. Мы помним прекрасно, когда мы были детьми, насколько красочно он всегда проходил, и в школах проходили специальные уроки. И все это оправдано. Очень жаль, что последние годы, особенно в Прибалтике, даже у нас в Молдове, ставятся под сомнение те жизни, которые были отданы за то, чтобы мы сегодня жили. Вы знаете, я согласен с тем, что это праздник со слезами на глазах. Со слезами за тех людей, которые погибли, которые боролись за эту победу, которые ковали эту победу. И со слезами за то, что кое-кто у нас в стране трактует это по-другому. Они хотят все переиначить, не получится. Для меня это день, который олицетворяет победу добра над злом. Я не случайно упомянул в своем выступлении, что, к сожалению, у нас есть в обществе силы, уже появились в нашем обществе эти силы, которые пытаются не просто извратить историю, не просто стереть с памяти тот подвиг нашего народа, признанный всем миром, но и чуть ли не сравнить, чуть ли не приравнять подвиг этих людей к преступлениям фашистов, военным преступлениям. Однозначно это День Победы, потому что мы все родом из одного государства, которое действительно в наших умах воспитывался этот праздник, именно то, как победа над фашизмом, победа над серой чумой, которая нависла над Европой. И на сегодняшний день наша точка зрения однозначно никак не может поменяться, не связывая ее ни с какими событиями. Молодое поколение Чадерлунги также считает, что нельзя оставаться равнодушным к событиям тех лет. Ну, я вообще увлекаюсь историей, собираюсь поступать на исторический факультет. Недавно писала научную работу на тему «Холокост». Так что при написании я еще много чего узнала, такие понятия, как «Бабий Яр», «Освенцим», которые в школе почему-то забыты, хотя очень страшные события происходили. Я когда даже писала эту работу, даже вот слезы на глаза наворачивались, когда вот просматривали видео в интернете, информации искали. Ну, очень трогает, не знаю. Сегодня в Чадерлунге осталось всего несколько ветеранов Великой Отечественной войны и Трудового фронта. У многих наших горожан есть родные, которые воевали или пострадали в той страшной войне. И у каждого из них своя история. Отец Кузнецов Сергей Дмитриевич. Он воевал и погиб в 1942 году под Москвой в Волоколамском направлении. Грустный праздник, но надо жить, надо вспомнить, что наши родственники погибли за правое дело. В Великую Отечественную войну погиб мой папа, которого я не видела, не знаю, потому что рождена в 1941 году, в час, когда фашисты вошли в наш город. Я родилась в Украине, город Чугуев, поэтому этот день... Это память со слезами на глазах. На Западном фронте был отец. Мама оставалась без родителей, потому что погибли от голода в годы войны. Что сказать, конечно, очень часто рассказывали об этом, очень трогательно. Вот я сейчас не могу без слез слышать о том, что... плохо относятся к ветеранам войны. Как их можно не ценить, когда они завоевали нам? Мы сегодня живем только благодаря им. Все-таки те, кто носят награды, должны также поминать и людей, прошедших Великую Отечественную. Поэтому мы также ходили и будем приходить на 9 мая, потому что это война всех нас, наших дедов, наших отцов.
Митинг завершился залпами оружия и возложением цветов к мемориалу славы. Ветеранам и гостям были предложены фронтовые 100 грамм и каша. Thank you.